Старшеклассников детских домов и школ-интернатов обучили азам кулинарного искусства. Двухмесячный курс детям провели шеф-повара одной из самых популярных в Алматы сетей столовых. Организовал мастер-класс благотворительный фонд «Аяла» в рамках программы по профориентации. Чему еще научили детей из многодетных и малообеспеченных семей, расскажет Амина Абдрахманова. Так, постарайтесь, вот, чтобы такой был. Да, таким образом дети... Да, и теперь сюда. То есть не просто как пара. Да. Как правильно нарезать листья салата, перетирать сыр и какую температуру выставлять при выпечке пирогов. Два месяца бренд-шеф сети столовых «Каганат» рассказывал и показывал девочкам из детских домов и школ-интернатов, как готовить вкусно и быстро в домашних условиях. Самое главное, что мы здесь научились, это даже не готовить еду, а быть сплоченными. За время курсов мы стали дружить с девочками из разных классов. Мне все очень понравилось, и, наверное, я выберу профессию повара. Всего в рамках этого проекта прошли 8 мастер-классов. Занятия проходили в специальных комнатах в детских домах и школах-интернатах. Главная задача – научить детей готовить самые простые блюда, которые можно приготовить и без наставника. Наша компания согласилась подготовить, научить блюда готовить, кушать, готовить. Они, даже если сами останутся одни, они никогда не останутся голодными. И уже многие рассматривают такую идею, мысль найти себя в профессии повара. Двухмесячный курс кулинарного мастерства был организован благотворительным фондом «Аяла» в рамках программы профориентации. Основная цель – помочь определиться с выбором профессии. Для этого фонд на постоянной основе проводит различные мастер-классы, экскурсии и тренинги. Мы начинали с таких прикладных профессий, мы начинали с профессии швеи, столяра. И постепенно, вот с этого года, мы стали давать детям и прикладные, и творческие, и даже возможность попробовать себя в профессии военного. Поэтому с каждым годом мы этот проект расширяем, и в следующем году мы его, безусловно, будем продолжать и реализовывать в других учебных учреждениях. Благотворительный фонд «Аяла» реализует программу по профориентации уже 6 лет. За это время обучение и тренинги в ее рамках прошли несколько тысяч подростков. Амина Абдрахманова, Нурлан Досмагамбетов. Главные новости.